Die Frauen folgen ihrer natürlichen Bestimmung. Вот так живут коренные татары, вот так о них и для них каждый день рассказывают с голубых экранов. Настоящая Россия от Москвы и до Казани показана глазами германских документалистов. На неделе ее увидела вся Европа. Летом участие в съемках приняла наша коллега, ведущая и корреспондент новостей Лейсан Сабирова. Конечно, чувство ответственности присутствовало, потому что я понимала, что фильм будут показывать в Европе и по мне будут судить о татарстанцах. Но больше было, наверное, чувство гордости, потому что я могла рассказать об уникальности, о культурной уникальности нашей республики. Hier wird die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde gegen Südkorea. Казань в преддверии футбольного мундиаля. Готовность стадиона, готовность татарстанцев к мировым матчам. В объектив попало все. Вот летом семья думает, на какой пойти из сектора, а вот германские журналисты уже готовят блог о Казань-арене. Непосредственно рекомендовать нашим зрителям, пусть купите себе билет в стадион Казан, но не забудьте, это интересный город, это стоит там остаться 2-3-5 дней. Im Zentrum Kasans sendet in tatarischer. А вот языковых барьеров, как ни странно, не было. Немецкие и татарстанские журналисты провели за работой несколько часов. Оказалось, что практически все у НДР и ТНВ одинаковое. Камеры, темы для общения, подход. Техника, она та же самая. Как бы мы понимали, кому что надо. Я у них спрашивала, они говорили, да-да, кстати, вот лучше, наверное, так будет. 90 минут путешествий по самобытным и современным уголкам городов на Волге. Здесь и рассветы на Древнем Болгаре, и уникальная природа, и архитектурные памятники. И, конечно, люди, волжане, которые так любят свою родину. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань.